Здравствуйте, я Ека Руссо, и я сейчас в клетке, и отсюда можно говорить свободно. Удивительно, но это так. Сейчас мы поправим свой гардероб в солнечных пятнах. И я расскажу, что, ну, как сказать, я поделюсь, я же у всех на устах блондинка такая сама из себя, да. На самом деле сердцем я рыжая, изменчивая, как ветер мая. Вот приходит ко мне на страницу такой человек, вроде бы всем обычный, но он считает себя необычным и оставляет какой-то коммент, назову это так, да, коммент под моим видео. Сразу видно, что делать нечего. Это про то, что делаю я там, допустим, какие-то программы к 70-летию Победы, мои песни к 70-летию Победы. После Победы какие-то репортажи. Они, да, в своеобразном формате, но я никого не принуждаю оставлять комменты, не прошу. Просто я выкладываю данные видео, потому что есть люди, которые, ну, во-первых, любуются Ека Руссо, да, а вторые люди знакомятся, да, то есть есть первые люди, вторые люди, еще третьи люди, которые обязательно должны все это дело обогадить. Вот. Но я, конечно, прихожу редко. Ну, посмотреть в глаза вот этому профайлу, да, убедиться, что же ты из себя представляешь, если вдруг на меня такие наезды, собственно, совершаешь. Что я вижу? Лютики, цветочки у меня в садочке, человек на велосипеде, в каких-то руинах, его сланцы, его шашлыки. И этот человек пишет, что у меня много времени, и мне, собственно, нечем заняться. Друг мой, ну, сделай так, чтобы я не стал заниматься. Спой, сигарета догорает. Ох! Вот так, нет, вот так, да. Так вот, ребят, давайте начните с себя как-нибудь. В конце концов, вспомните, что вы мужчина. Я не про цветочки, бобылечки, там, сланцы, сранцы и прочее. Я про то, что, ну, будьте адекватны. Но не надо заливать, ну, не то, что грязь, а своими какими-то комментами, пустыми, ничем, тем более, что вы-то ничего нового не предлагаете. И не обижены. Я... Ека Руссо.